Итак, самый худший класс за 40 лет моей практики. Господи, прости. Завтра у нас с вами 1 сентября. Нет, такого ужаса я даже в своей школе не видел. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это 1 сентября с бабкой Алкой. Посмотрим несколько серий сегодня, ставьте лайк, поехали. В гостях у бабули, 16-я серия. Хочу напомнить, давай, что у меня вопиющая аллергия на хризантемы. Можно подумать. Ты, кажется, подсказываешь им способ, как сбежать с уроков. Этой кабанихе кто-то цветы собирается дарить. Меня бабушка, как всегда, заставит. Я сейчас эту парочку. Да-да-да, я вот как раз хотел сказать, о господи, почему? Потому что я уже представил себе, как она их разнимает на глазах у всего класса. Я вам сейчас дам, хватит разговаривать, и школьный флешбетик. Рассажу, вам не интересно? Мне что тут перед вами, польку-бабочку танцевать? А было бы неплохо. Было бы неплохо, да. Господи Иисусе, кто-то уже нарисовал. Ты посмотри, какие хризантемы я купила для твоей учительницы. Браво. Ильхидия Мукапуткина сказала, что у нее аллергия, Ильхидия ей нельзя такие дарить. Класс. Пусть твоя учительница не выдумывает. Сдирают каждый год по полпенсии моей на ремонт. Это да. Еще и цветы им нужного сорта подавай. Короче, помрет училка, я правильно понимаю. Шишкин, форма твоя сгорела. Это ты все со своей училкой. Заболтал меня. В чем же ты теперь пойдешь? Ну, наверное, в как штанах тех, которые ты ему купил. Как ты на дедушку своего похож в этом костюме? Мы в нем его и похоронили. Ну, Господи я Иисусе. Пошел. Давай. Пошел, да. Из города, чтобы тебя Мама, не увидели одноклассники. Надо со мной идти. Ну как я тебя одного пущу? Столько опасностей кругом. Чел. Обсмеют. Поверь, тебя обсмеют и так, вообще не парься. Иди с бабушкой, без бабушки, вообще не проблема. А что я как дружишь? Первоклассник с бабушкой приду? Нормально, нормально, давай, фигачь. Как этих колхозанских. Ага. Спрячь цветы. Что? Цветы спрячь, я сказала. Я что ничего случилось? Не понял. О. Так вот кто срезал мои хризантемы. Понятно. Ах ты паразит, молокосос. Ну ничего, ничего, ты пацана подставила, нормально, бабка, можешь не переживать, пацану будет весело. Ой, блин, вот эти вот... Эти вот школьные, конечно. С бабушкой пришел. Флешбеки я не могу. Как маленький. Ты че, у своей бабки наряд одолжил? Эти анимации, они прям по сердцу режут, понимаете? Вот этими всеми вставками, как ты в автобусе едешь, в маршрутке едешь. Да, вот какие тут на рынок с бабушкой идешь, позоришься. В школе там, да, вот прям вот автор прочувствовал вот это вот универсальное чувство стыда, которое сопровождает иногда школьников по жизни, воплотил в этих мультиках. Прикольно. Ой, смех мальчик, прекрасен, да. Смотри-ка, ты испачкался. Где? Сейчас тебе будет. Караганде. Сейчас тебе Еще будет, раз да. Будешь над внуком моим или над его одеждой О! шутки шутить Покраснение свои? Прошло. Я из тебя наряд ему сошью. Вот и доступил. Бодрая бабуля, ты что тут... А ты что тут забыла, женщина? Это как вообще? Волнительный праздник, день знаний. Там сзади плющит эту подругу. Любимые ребята, ага. Как я рада видеть ваши добрые, умные, полные радости лица. Позади прям как у меня на линейке, да. Привет, а я сначала подумал, что это Петровна с твоей бабушкой стоит, ага. Но потом понял, что это ты. Спасибо. Для вас, так, первоклассники, звучит первый... Блин, а может кто-то женщину, пожалуйста, в чувство привести? Она, мне кажется, умерла или что, я не знаю. Жизнь-звонок. Такой моргает он, моргает, моргает. Встречаю первого Г-класса Рукасуеву Анжелу. Умеет, умеет автор выдумывать тебя имена. Тебя что, на второй год несколько лет заставляли? Тяжелая такая. Походу, да. Давай, неси. Неси, неси. Анжелочка, да. Скажи сыр. Доча, скажи колбасу. Слушайте, я, по-моему, первый раз ее мать вижу. Она была раньше, разве? Класс. Так, окей. Слабоумные. Вот, а вот тебя? Она, мать директора из Baldi's Basics. Мы теперь знаем, да, наши отличники. На доску почета не повесили. Ты же у меня умненький. Я пойду побеседую с твоей классухой. Что это за предвзятость? Угу. Нет, все, иди домой. Алка! Пердитка, тоже учиться пришла? Я Мне здесь... кажется, Алка это единственный персонаж, у которого нормальное имя, да? Я правильно понимаю? А, и Алёша еще, это сын. Вот это. Все остальные это просто швах вообще. Работаю менеджером... Что было в головах у ваших родителей? Клининговый сервис. Поломойкой, что ли? Угу.
Итак, Аболтусы, вы, как всегда, меня опозорили перед всей школой. Так. Про прикид Козявкина я вообще молчу. Почему я должна стоять и краснеть из-за вас? Давай, еще раз сейчас упадут эти юбку. Это типа современный такой педагог, который старается быть на одной волне с молодежью, да, наверное? А мы вас ждем в учительской, у нас там напитки горячительные. Нет, вы посмотрите на них, да. Два учителя в классе. Ага. А им хоть бы что? Хоть бы что им? Господи Иисусе, ой, хуже бабки Аллы. Бабушка Лёшки, да? Ах вы бабушка Лёши, Лёша, списывай тут Тани. Не посидите что, Лёша, беги. С ними минут 15. Лёша, давай мне через окно сбегай. Мне нужно отойти. Нам конец. Это сейчас да. Будем с вами решать простенькие уравнения. Я все вижу. Я закончила. Я думаю, они очень быстро с ней выучат просто самую высшую математику просто уже. Университетский курс. С такой мотивацией, ребята, там обучение только так здесь пойдет. Здесь верно? Угу. Да, да. Молодец, девочка, садись. Хорош. Бабушка, а действует? Это не твоя Литка. Метод-то действует, осуждаем, конечно, такой метод, но действует. Тишки, наконец, вылупились. Класс. Из сумки сбежали, паразиты. Не учительница, а мечта просто, да. Они ведь не ядовиты. Нет. Ну что вы. День знаний обернулся ужасной катастрофой для школы 666. Хоть бы мне не пришлось сейчас вырезать информацию, которую около 20 минут назад атаковало семейство опаснейших ядовитых змей. А вот и первые очевидцы. Давайте узнаем, как это было. Здравствуйте, девочки. А я не поняла, это что за папарацци? Я разрешение вроде бы не давала на проведение интервью. Мне нужно припудрить носик. Нет, 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 я думаю, что вряд ли. Это не поможет. Ну, родная, не надо ничего тебе пудрить. Все уже и так нормально. Мама, привет! Вот, главная красавица. Я бы красавица. Хотела передать привет своей маме и поздравить моих любимых. Она еще жива? Она там, когда бульдозером дом сносила в прошлых сериях, она не разбилась там, нет? Случайно? Подписчиков с началом нового учебного года. Окей. Желаю вам ярких и счастливых впечатлений, отличных оценок, верных друзей и добрых училок. Что-то я ее не узнаю вообще, она какая-то прям, я не знаю. Что-то сильно ты добрая. Да? Я вас всех очень люблю. Ну, это автор уже как от себя видать. Это, наверное, было выложено под 1 сентября как раз, да, я так понимаю. Автор в ее слова вложил частичку своей доброты, которая ей обычно не очень, конечно, свойственна. Так. Ты что делаешь? С ума сошла, что ли? Мам, а мы будем отмечать мое день рождения послезавтра? Нет. Почему? По-моему, твой вы... отец забыл свою барсетку в Брюсселе. Вы уже ничего не будете. Она сейчас, по-моему, сложится напополам и крякнет. Мы отправляемся, Господи, туда как раз послезавтра. У меня, кстати, громкость микрофона. А я нормально с вами. Ты сегодня он что-то глючил. С бабушкой. Так, Петровна, о! Я пошла открывать МИД. О, прикрывай бабуля, меня. Да. Сейчас буду всех убивать. А это я понимаю. Бабушка. Типичный игрок в Counter-Strike. Что такое мой сладкий? Это ты еще скажи спасибо, что она в доту не играла. Она бы тебя вообще убила. А можно у тебя день рождения отметить завтра? Да ты с ума сошел. А, ты же у меня именинник. Так, давай посчитаем гостей. Кто из вас хотел бы отметить у нее день рождения? Не, ну хотя прикольно могло бы быть, конечно. Только живым вряд ли уйдешь оттуда. Я хочу позвать Агафоника, Максима, ага. Илью. Подожди, подожди. В этой квартире можно находиться максимум 8 человек. Так, окей. Но на твоей свадьбе тут было... Не выдумывай. Так, Нинка поможет мне салаты накрошить. Ее зовем. Семёныч мебель подвинет. Зачем Семёныча? Повсекаки же есть. Да! Ну он подвинул, что он подвинул, себя подвинул, мебель подвинул. В будущем, возможно, квартира в эту черную дыру засосется, тоже ее подвинет. Давай, Семёныч. Я не удивлюсь. Петровна на стойке принесет. А тебе сколько лет исполняется? 11. Так ты у меня уже такой взрослый. Тебе стриптиз на день рождения надо. Пердитка спляшет, ее тоже зовем.
Это будет классно. Ну, вроде никого не забыла. Так, лучший день рождения на свете. Агафоник. Все, больше сюда никто не поместится. Он потом захочет, чтобы у него каждый день день рождения был, понимаете, просто. Я не буду с одними стариками день рождения справлять. Так Нинка с Анжелкой ж придет. Хорошая девочка. Будете с ней дружить. Я хочу со своими друзьями отметить, а не с твоими. Ну, разрешаю тебе позвать твоего ботаника. Угу. Он как раз за троих жрет. Пусть три подарка и приносит. Так, ну что? Ура, подарки сейчас подарят. Что же там будет? Может, новый телефон и конфеты вкусные? Здравствуйте. Да, вот. Лёшка, мы поздравляем тебя с днём рождения. Телефон. Это мы с Анжелочкой выбирали. Книга о нашем городе. Энциклопедия природы Срандручининска. Типичные. Спасибо. Лучшие подарки для детей. Шоколадка вот тебе. Горький. Вот это я очень хорошо понимаю. Я тоже вот, когда мелкий был, я не любил, когда в доме именно горький шоколад, а не сладкий. Я вообще есть не мог. И я его сейчас даже не очень люблю. Горькая. Самый вкусный шоколад. Самый полезный. Зачем мне солнце? Мама, так, пожалуйста, хоть бы не пришлось сейчас вырезать, мне лень. Сколько тебе надарили, и гель для душа, и шампунь, и постельное белье. Дезодорант, белье. Наверное, тебе, да, хоть классика. Нравится? Носки очень. Там, да? А что лицо очень. Такое недовольное? Я ему стол такой накрыла. Пердитка, тебе положить пюрешки. Не, ну ему точно должен был танец пердитки понравиться, ты что? Да, немножечко. Чтобы разбавить... очаровательный вкус, да? Я понял. О, все, я после шести не ем. Лёшка, тебе положить? Не надо, я салат поем. На, накладывай. Ну что, внучок, мы поздравляем тебя с днем рождения. Потрясающий будь праздник. Хороший мальчик. Великолепнейший праздник. Слушайся родителей и бабушку. Да. Желаем тебе выбрать хорошую профессию, чтобы учиться. Я желаю тебе спетлять из этого окружения, малыш, как можно скорее, серьезно. На одни пятерки. Да. Девушку себе, чтоб нашел. Да у него вон невеста какая растет. Какая? А, это. Блин. Это сейчас внезапный звук такой от нее был, я что-то такого не ожидал. А вы, Пердита, всегда это были хорошей девочкой? Да. А вы не наслушались родителей и бабушек? По-любому. А у вас, Семёныч, девушка есть? А ты по всякаки на одни пятерки учился? А вы? По всякаки, походу, вообще, он, походу, и сейчас у себя в мыслях на пятерке учится где-то в пятом классе. Вы он вообще не здесь. Кто? И правда, что? А я не понимаю. Ну кто это? Ну там Путин в парике, не знаю. Кто. Вы, дамочка, чего здесь присоседились? Мы что сейчас полицию тут, да? Вызовем. Пошла вон из моей квартиры. Мама приехала, да? Это она? Она ж там на бульдозе. Да-да-да. Почему меня не пригласили на день рождения моего правнука? Отличная разгневанная прабабушка. Мама, что за тухлая вечеринка? Сидят как на поминках. Сейчас оживится. Хоть бы конкурсы какие устроили. Мам, а давай наш любимый конкурс. Это который кто кого быстрее распилит. Да, кто кого быстрее распилит, кто кого быстрее распилит. Обожаю этот конкурс. Ну, так. В гостях хорошо. Что я вам могу сказать, сейчас ребят? Будет еще лучше. Иногда день рождения – это одновременно день гибели. Такое бывает. Редко, Нинка, но... давай тебя первую пилить. Несчастье-то какое. Я утюг забыла дома выключить. Нам с Анжелой еще завтра рано вставать. Ничего не знаю, ложись. Отмазы, отмазы. Это все, Малка, это все это не безопасно? Про нас. Мы вперед, только вперед, да. Это самый худший день рождения в моей жизни. Соглашусь. Это самый худший день рождения в жизни кого угодно, мне кажется. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lёша. Зиночка, правильно говорить не birthday, а birthday. Нифига себе. Birthday. Какие мы... birthday. Какие мы буржуи культуры. Чё тут какая-то проститка учить вздумала? Сейчас опять драка, да что ж ты выжил? Они эту кучу всем коллективом насрали, я понял, да? Happy birthday! Закрой пасть свою гнилую! Ага. Ну, внучок, загадывай желание. Давай, внучок, и погнали. Задувай свечи. Я сама торт испекла. Я вижу. А ничего не выскочит? Нет! Нет!
Значит, выскочит. Ничего не взорвется. Значит, выскочит. Да нет же. У нее слова примерно как слова Пескова. Что-то говорит, все наоборот. По-любому выскочит и взорвется. Одновременно и выскочит, и взорвется. 100%. Смелее. Сейчас увидим. А ничего? Давай, да чего? Уже быстрее, я торт пожрать хочу. Ты... Вы же после шести не едите. Так уже полночь. Новый день настал. Точно. Слушайте, какая хорошая отмаза. Ну давай. Свечи не задуваются. А это не свечи. А что? Это петарды. О, ой, там что? Же... Sonic PlayStation, или как там она его называла? Портик. А прикольно. Что это? Это же... Бабушка, это же Sony PlayStation 5. Да. Я люблю тебя, спасибо. И... Блин, знаете, вот придется походу купить его в свое время. Вообще он мне так не нужен в целом, это Sony PlayStation 5. Я тебя, пчелка. Когда GTA 6 выйдет, а что делать, да? Французская. Пошли поиграем. Алка, я в газете давеча про Соников этих пятых читала. Они же как 6 пенсий твоих стоят. Да, я почку по всекаке продала. А он знает... Нет! Ему нормально, он в принципе и вторую отдаст, наверное, если надо будет. А, Б, да. Я в квартиру зашла, а она лежит, холодная вся. Мы про кого? В одну точку смотрит. Мы про кого? Мы про кого? Ну я скорую сразу и вызвала. Бабкалка? Вон Лёшка идет, бедный мальчик. Она просто перезагружается, все нормально. Алка его так любила, так любила. Да ладно, вы хотите сказать... Нужно ему сообщить это как-то деликатно. Она померла? Чтобы не травмировать его детскую психику. Ну-ка давай. Да надо напугать его до усёру, чтобы новость о кончине Алки была менее болезненной. Лёха, это ограбление! Что за ужас? Отдавай сюда все свои деньги! Это что за ужас? Петровна, я вас узнал. Ё-моё, это вот такие у нас... богатой не буду! Вот такие у нас способы... Лёшенька, здравствуй! Здравствуйте! Рассказать плохие новости, потрясающе просто. Бабка гений. Такое дело. Ой, не могу. Ниночка, я покупала дорогостоящий... Мне кажется, он обрадуется. Боже, свобода, она наконец-то откинулась. Я её боялся всю жизнь. Курсы психологии у видеоблогеров. Я ну знаю, как нужно там поступать да. Там в подобных ситуациях. Лёшенька, видишь ли, иногда в этой жизни так бывает, когда человечка закапывают под землей и его там начинают поедать различного рода насекомые. Пердита, какие-то странные у тебя курсы были. Лёш... Не, я даже не знаю, я сейчас думаю, это оставить, нет? Ну ты, женщина, дала жару, конечно. Спасибо. Понимаешь? Ой, я сейчас ребусом тебе сообщу. Вот, расшифруй. Давай. Лёшенька, твоя бабушка... Слушай, он быстро расшифровывает. Кажется, улегла. Легла? Нет. Умела? Умела, почти. Да. Лёшенька, твоя бабушка... Да сообрази ты уже, ну чё, тупой, что ли? Сдохла. Блин. Кошмар. Я не знаю, такие моменты, когда ты смеешься, тебе стыдно, что ты смеешься. Ну это реально было. Кажется, сдохла. Анжелка, чёрт тебя подери. Вот они, продвинутые курсы психологии, да. Какого телефона и мороженого? Бабушка... Она что, звонила? Нет, она не звонила и больше никогда никому не позвонит. Тоже продвинуто. Она умерла, понимаешь, ее больше тоже нет. Тоже продвинуто рассказывает, да. Слушай, щегол, я Алке холодец недавно давала. Хотелось бы контейнеры назад получить. Угу. Ну такая, знаете, женщина такая. Да все со мной в порядке, не выдумывайте. Внезапно. Бабушка, Алка, живая. Что, реально перезагружалась там? Верни мои контейнеры! Это все только Алла Насрулаевна, у вас давление за 200. Нужна Ого. Срочная госпитализация. Фигачи. Никуда я с вами не поеду. Мне уже лучше. Сейчас я расхожусь, свежим да воздухом подышу. Грузите ее. Что с ней случилось? Знаю, не в гроб, я надеюсь, грузите. Меня из больницы потом сразу на кладбище увезут. Да ну не обязательно. Ну, надеюсь. Хотя, извините меня, за 200. Ну это жестко, наверное. А вот следующая серия начинается очень
позитивненько. Но это как-нибудь потом. Пока что кликайте вот сюда, ребята. На этом мы заканчиваем. Тут тоже моя реакция на бабку Алку. Если это видео понравилось, то и это зайдет. Всем счастливо, удачи, пока. Увидимся вот тут.